В регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. ДТП случилось на трассе Астана-Павлодар. Водитель легкового автомобиля сбил человека, ремонтировавшего свой большегруз. Затем въехал в заднюю часть КамАЗа и погиб сам. А в прошлую ночь на дорогах области было зафиксировано уже два подобных факта, где также погибли люди. С начала года в регионе произошло 409 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 67 человек погибли и 506 получили травму. 9 ноября текущего года в 2:40 часов в городе Аксу на пересечении улиц Абая-Молодежная водитель автомашины марки «Ренаут», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Шевролет». В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Ренаут» с травмами госпитализированы в больницу. К сожалению, пассажир скончался в больнице. В этот же день на автодороге Актогай-Харьковка водитель автомашины марки ВАЗ, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице. По фактам ДТП полиции проводятся проверки и назначены экспертизы. Все автомобили находятся на штрафстоянке. Ермек Сапаров, Ертис Акпарат.